3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, который посвящен годовщине трагических событий в Беслане. 15 лет назад в небольшом североосетинском городке в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека, в основном женщины и дети. И мальчишка не видит лучей в синеве. Жизнь его не зовет ни взрослеть, ни учиться. Он лежит на зеленой, помятой траве, как упавшая с неба подбитая птица. В последние десятилетия в мире совершено несколько крупных терактов, но даже среди них эта трагедия стоит особняком. Ведь мишенью экстремистов были дети. Сейчас первоклассника бесланской школы было бы уже 22 года. Кто-то бы закончил институт, кто-то, возможно, создал семью. Но, к сожалению, им так и не довелось стать взрослыми. И в нашей памяти навсегда останутся лишь их детские лица. Пока мы все живы, свидетели, очевидцы и ровесники этих событий, конечно же, мы никогда это не забудем. И наша, на мой взгляд, задача сделать все, чтобы это не забыли и в будущем, и будущие поколения. Многие школьники, которые сегодня принимали участие в мероприятии, были еще совсем крохами, когда произошла трагедия. Но в их сердцах громким эхом отозвалась бесланская беда, и они усвоили горькие уроки жизни. Это очень страшные трагедии для всего человечества, не только для России и нашей области. Я считаю, что такие вот мероприятия должны проходить везде, должны рассказывать историю, почему это происходило, чтобы такого больше не было никогда. И обязательно правила, как действовать при таких ситуациях. Они захватили невинных детей. Школьников, которые хотели бегать по коридорам, получать хорошие оценки, как все, как мы. Они не боролись с профессиональными противниками. Просто прошло 15 лет, мы помним. Я очень соболезную всем, кто касался ее как-либо, даже косвенно или напрямую. Я считаю, что нельзя такие повторять действия, потому что это оскорбительно даже для человечества. В завершении митинга все присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Настоятель Александра Невского храма поселка Петровская, священник Дмитрий Довбыш отслужил литию, а после в небо взмыли сотни белых шаров – символ невинности детских душ. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.